Какая разница между тем, чтобы страдать в желании получать, или страдать от того, что нет келим отдачи? Страдание? Его невозможно измерить, но вид страдания, вид страдания. Если я страдание, есть страдание любви и есть страдание ненависти. Так, страдания любви, они хотя и страдания, но они сладкие, а страдания ненависти — это страдания, у которых нет никакой надежды.